О трендах новой реальности и продвижении в соцсетях творческое объединение «Ингвайн», которое в начале своего пути делало короткие юмористические ролики, давно уже подняли свою же планку. Теперь ребята не только снимают вайны на актуальные темы, но и учат делать это других. Нужно определить цели продвижения, для чего продвигать тот или иной продукт. Если вы конкретно знаете, для чего вам это нужно, у вас есть цель, то вам дальше уже следующие аспекты будут уже легче. Допустим, вот целевая аудитория, допустим, вам нужно продать белые усы, да, и вы единственное будете ориентироваться на стариков, допустим, да, вот выбираете такую целевую аудиторию. Блогеры делятся лайфхаками и полезной информацией с теми, кто пока только пробует себя в роли контент-мейкеров. Даля Муцольгова, фотограф, специализирующийся на школьных фотографиях, рассказывает о том, с чего лучше начать ведение социальных сетей. В общем, это первый мой способ продвижения, это создание уникального. Я выложила свою работу на странице, получается, у меня был первый класс. Я его выложила, и в следующем году мне пришло более 100 классов, увидев одну эту винетку. Понимать тренды и умело адаптировать их под свою аудиторию. Гости на своем примере показывают, как вести блог и продвигать контент в соцсетях, помогают исправлять ошибки и оценивать результаты. Жемсари Исмурзиева только начинает свой путь в этом направлении, хочет раскрутить свой будущий онлайн-магазин. Давно подписан на Ингвайн, то есть на этих парней, которые делают это видео, на Делиниш. Она мне очень понравилась. Я была рада, что я их увидела. Благодаря ним я узнала, какие ошибки я делаю в своих рилсах, как их надо исправить. И узнала очень-очень много. Умение вести блог или грамотно себя позиционировать в соцсетях – навык, помогающий заложить крепкую основу для карьерного роста. У каждого блогера свои методы и рабочие инструменты для продвижения. Надо делиться вот этими лайфхаками, какими-то моментами, потому что вот эти ребята, возможно, через месяц, два, три, год могут обратиться на наш канал телевидения, чтобы работать там, и пусть они будут хотя бы немножко подготовлены, потому что это не только разговор о том, что мы что-то пишем, но и о том, как себя вести, как правильно задавать вопросы и все такое. Как подать свой медиапродукт, этапы формирования блога и многое другое от тех, кто разбирается в этой теме лучше остальных. Организовать мастер-класс с участием блогеров – идея Дома молодежных инициатив региона. Выбранный формат мастер-класса оказался по душе аудитории. Встреча прошла на позитивной ноте. Лично своего блога у меня нет, у меня есть блог своего бизнеса. И вот по этой информации дал Эндель, я буду его продвигать, потому что я узнал много интересных моментов, лайфхаков. Организаторы планируют проводить подобные мастер-классы с привлечением экспертов регулярно. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Магаз-24.